заканчивается 2020 год. Этот год был непростым для нас всех. Новые выборы президента в США, новые выборы в Израиле, четвертые по счету, отмена Конституции в России, новый релиз Евангелиона, выход Киберпанка 2077, выход Assassin's Creed Valhalla. Все это было непросто для нас, но мы пережили это. А теперь наступает новый 2021 год. Нас немного потрясет, а потом мы все взорвемся. Удачи нам в новом году!